Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, самурай 3 звезды, ребят, я не удивляюсь и прошу вас не удивляться, почему такой маленький ранг. Я уже объяснял это в предыдущих сериях. Так, лига сёгунов, лига самураев. Ну что, заберем здесь награду за колоду. Кстати, и колоду тоже мы с тобой должны будем открыть бесплатно. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Выпадает нам Кирби. Вот так вот. Ну что, дальше у нас идет. Пройдите серию испытаний. Ну давай пробежимся. Как говорится, делать нам все равно нечего. Ну, не считая, конечно, ребята, что нам нужно сегодня проходить арену. Ой, арену. Буст, конечно, ребята, буст. Но буста не будет. Знаешь, почему не будет сегодня буста? Потому что на моих часах час ночи. Теперь делаю выводы, какой может быть тут к чертовой бабушке буст, если он уже прошел, как, извини меня, сколько? 8 часов назад. 8 часов назад этот был буст. Откат. Поэтому сейчас мы с тобой будем просто играть на продвижение. И я надеюсь, эту неделю мы все-таки с тобой не сфейлим. Вот. И пройдем все-таки до платиновых осколков и их заберем. Потому что эта неделя, ребят, ну это полный расслабон. Я не буду врать, я расслабился конкретно. Я больше делал акцент на второй канал. На втором канале очень много видосов. Так что, если кому интересно, может смело заходить и смотреть. Так, ладно, здесь у нас все отлично. По-другому и быть не могло. И сейчас мы уже, наверное, сделаем ежедневки. А после ежедневок уже пойдем с тобой на арену. Потому что, ну, выпендриваться уже здесь, как говорится, нечего. И так все уже упущено, пропущено. Так, сразиться в боях, поднять уровень персонажа. Ну, пойдем, сразимся в боях. А именно, ищем нашу кунаичи. Мы на нее, по крайней мере, прокачиваем скиллы в данный момент. И здесь у нас вот такая вот, ребят, пассивка. Четыре кошечки нам нужно найти. Так, пока нам выпадает муха. Стоп, не надо мне за доллар, ага, конечно. Так, одна кошка найдена. Нужно еще три, уже две. Да куда ты, ну какая пицца, Рэй, ну. Так, третья и давай последнюю. Последнюю, говорю. А вот она. Вот она, наша дикая кошечка. Третья, четвертая выпала. Так, давай теперь попробуем найти шлем. Или как, шляпа с напитками. Так будет правильно, да? Сказано. И смотри, какое, а? Какое вредительство, друзья мои, идет. Они не дают мне эти шляпы. Неужели одна выпала? А нужно 6. Ну что, по ходу дела все, ребят, да? Вторая. Давай. Жмем до последнего. У меня пицца. У меня кончилась пицца, а шляп я так и не нашел. Хорошо, ладно, припомни это все. Так, поднять уровень персонажа. Ну, это, наверное, мы сделаем с тобой после лиги. Так, что у нас на испыталках, ребята? Армагеддон. Так что, милости просим, проходите, ребята, зарабатывайте. У кого еще нету его, я уже говорил, что это один из топовых бойцов. И он стоит того, чтобы потратить на него времени достаточное количество, и чтобы он у вас появился. Ну, а я тогда смеленько побежал на поединки, ребята. Турнирная арена, конечно же. Еще раз повторяю, буста не будет, но будем пытаться продвинуться как можно дальше. Ищем с тобой 11-11, мы начинаем обычно так. Хотя в это время, я не знаю, дадут ли мне. Есть, дали. Так, ну что, 20-18 ранг, против нас идет противник. А мы начинаем сразу с 56-х. То есть тут, как говорится, к бабке не ходи, сейчас полный будет расколбас. Так, Биба бомбанул. Этот ушатал, и Донни замочил. Все, тут по красоте, продвигаемся тогда незамедлительно, друзья мои, сразу. Далее, мы даже перешли на воин. Ничего себе, ребята, мы не перешли на воин. Мы не перешли, у нас, как тебе сказать,
первое место там было. Нам не хватило буквально одной единички, чтобы перескочить. Я в шоке, если честно. Сейчас в данный момент от этого, от этого всего. Давно такого не было, чтобы мы не перепрыгнули. Это считается самая изичная, ребята, самая изичная битва. Первая. И мы не смогли перейти. У нас не хватило просто-напросто кубков для того, чтобы пробиться вперед. Смех и грех. Ладно, зато сейчас переходим на воин две звезды. Позиция у нас 28-я. В общем, сулит нам с тобой только лишь одно. Это будет Лига Самураев. Наверное, ребята, это будет Лига Самураев 3 звезды. Это максимум. Хотя нет, нет. Максимум, скорее всего, у нас будет все-таки сёгуны. Ну, я надеюсь на это, ребят, что мы хотя бы до сёгунов сегодня доберемся, потому что в Лиге Самураев мне как бы зазорно, если честно, оставаться. Даже несмотря на то, что прошло столько времени. Так, ну что, вот у нас и воин. 71-я позиция, то есть такой намек идет, что мы... О, 12-13 было. Я прозевал, друзья мои, эту вспышку. Давай-ка попробуем выудить, вот. Значит, 12-13 дают. Это уже большой плюс. Так, ну где у нас там? Как мы видим, уже 4 бойца. Нам нужно добиться фулл комплектации нашего, как говорится, отряда, чтобы их было 5. Ну-ка, руби, Лео. Красавчик. Молодец, Эйприл. Ну-ка, а ты, Гарканика. Да ладно. Такой слабый гаргон у тебя получается. Такой слабый крик. Куда ты бьешь-то в моему маленького Кирби? Со своей пушки. Не дорос еще стрелять. Так, ну что, перейдем? Да, ребята, мы перешли все-таки в элиту. С горем пополам, 90-я позиция. 90-я позиция, ёк-макарёк. Спустя, ребята, столько дней расслабона. Я тебе скажу, смешно немножко на мне вот на это все смотреть. Как у нас идет медленное продвижение. Мы, считай, топовые бойцы, да, и так медленно двигаемся. Я понимаю, что мы с тобой очень много времени потеряли на откате, но это не говорит о том, что мы должны вот так вот медленно, еле-еле. 56-й против 26-го, это 30 уровней, ребята, разница в 30 уровней. Ну почему ты не можешь его забомбить? Я никак этого не понимаю. 10 уровней разница, это еще как бы норма. 20 это уже серьезный перевес. 30 это хороший перевес, ты понимаешь, он должен был его добить, но он этого не сделал. Так же, как мы здесь с тобой в элиту две звезды не перешли. Ладно. Не будем, ребята, о плохом. Настроимся на позитив, иначе я опять расстроюсь и опять на неделю вылечу из обоймы. А нам это не нужно. Единственное, что, ребята, да, начинаются утренние смены у меня, и тут хочешь не хочешь, а у меня не получится играть. Я уже, ребята, хочу, честно говоря, в отпуск. В отпуск. Я имею в виду не по игре в отпуск, а свой реальный рабочий отпуск, который у меня будет, блин, в сентябре. Это еще все лето нужно прождать. То есть это получается июль, август. Ну а потом только лишь в отпуск. И то не знаю, ребята, поеду. И конечно есть желание куда-то поехать у меня. Но вот куда? С такими сейчас ценами на билеты и на все прочее, нам только, ребята, куда-то и кататься. Я уже молчу там про Египет, там Турцию. На Кубу, 200 с лишним тысяч билетик. Нормально? На 7 дней? Нормально. Да. А хочется. Блин, я не знаю, 12 часов, ребята, перелет. 12 часов. Это как мой рабочий график, ребят. Я тоже по 12 часов работаю. Но одно дело работать, а другое дело сидеть в самолете. 12 часов. Причем я еще боюсь вот эти вот самолеты. Летать вообще боюсь. Высоты боюсь. Как бы для меня это будет целое испытание. Но это я, ребят, так, просто как бы мечтаю. Какая мне Куба, ё-моё. Мне вон ближайший ларек за квасом. Вот и весь мой отпуск, блин. Не более того. Так, ладно. Давай-ка мы с тобой продолжим битву. На часах час ночи. Рэй веселится, как всегда. Днем, как обычно, будет храпеть. Сегодня, ребята, тоже, блин, точнее, вчера лег в 9 утра и проснулся в 7 вечера.
То есть вот все вечера я проснулся, и сейчас я сижу, развлекаюсь, так сказать, выспавшийся. А ведь завтра уже на работу с утра. То есть как бы нужно ложиться спать, по идее, чтобы день прободрствовать и чтобы я мог легко уснуть. Так, ну что, элита 3 звезды у нас, давай-ка продолжаем в бой. Так, отвечаю вопрос. Данил Бро, по-моему, если не ошибаюсь, да? Он мне донатил в алерте и попросил ответить на вопрос, почему стало меньше видео на канале. Отвечаю. Ну, во-первых, я сказал, что я, ну, честно говоря, подустал. Подустал немножко именно вот... как сказать, сидеть, ребят, часами. Сидеть часами, я решил немножечко отдохнуть. Тут погулять, на дискотеке походить, в общем, немножко так развлечься. Вот, это раз. Второе. Все придет на круги свои. Обычно это, ребята, зимой. Зимой это активные, как говорится, у меня посиделки. Потому что, ну, лето, сам понимаешь, жаркая погода. Помимо игрушек, у нас еще есть какие-то другие дела. И делать их как не летом, когда еще зимой, что ли? Зимой нет, зимой это не то. А вот летом, да, хочется и погулять. И вообще как-то настроение такое, да? Половина из вас, ребята, едут в отпуск летом с мамами, там, с папами, к бабушке в деревню. У кого-то учебный год закончился, тоже будет отдыхать. Поэтому как бы актив летом, ну, практически падает. И... особо сильно, как говорится, ну, тоже можно, ребята, не париться и тоже можно себе позволить отдых. Так что я надеюсь, я тебе ответил на твой вопрос. И я думаю, что ты будешь доволен этим ответом. Так, друзья мои, ну а мы двигаемся дальше. Так, мы уже в самураях с тобой, как ты видишь, одна звезда пока. Но это, ну, это начало. Это начало. Звук, ребята, я уменьшил. Я не знаю, посмотрим, как у нас будет на выходе. Потому что вы мне писали, что иногда музыка просто, как говорится, забивает мой голос. То есть меня не слышно, слышно только музыку. Сейчас я ее так убавил, что я не слышу музыки. Зато я прекрасно слышу себя. Несмотря на то, что я в наушниках, который шумоподавление имеет. Я говорю, как будто себе, блин, в лоб. Вот таким вот эхом все это мне отдается. Так, давай-ка мы попробуем сейчас Рафаэльчика наказать. Сегодня, ребята, перед тем, как сесть за игру, ну, решил покушать себе, сварганить. Купил болгарский перец, купил фарш. И сделал себе такие, знаешь, как бы котлетки в болгарском... в болгарских колечках. Можно это так назвать. Очень, ребята, вкусно получилось. Плюс мне еще помогала знакомая по телефону. Как говорится, советовал, как лучше и как хуже. В общем, идеально получились. Нежным вышел у меня болгарский перец. Он обычно жесткий, да, когда это. А тут он прям мягонький, во рту тает. Фарш, который внутри был набит, просто идеальный. Я еще, ребята, сделал чесночную пасту. Ты знаешь, как это, да? Сыр с чесночком. Перемалываешь, немножко мазика. И после того, как это все сделалось, обмазал это все вот этим вот соусом. И до хрустящей корочки. Просто белиссимо, ребята, просто оближешь пальчики. Тем более, я такой гурман, по идее. Ну, я думаю, что многие знают, что я люблю очень вкусно покушать. Вкусно, ребята, это не означает, что гадость всякую. Я вкусно и полезно. Минимум жира, как говорится, больше овощей, побольше белковой пищи. Вот так вот. Потому что мы на диете, я худею. Сбросили мы уже 15 килограмм. Я уже не помню за сколько. Ну, где-то за полгода, наверное, да, получится так. Ну, и это не предел. Мы продолжаем дальше худеть, скажем так. Вот, еще, конечно, надо бы в тренажерочку походить. Но, опять же, ребятушки, опять же, палка о двух концах. Если ты пойдешь в тренажерку, начнешь заниматься, у тебя начнет прибавляться мышечная масса. Это хорошо, если мышечная масса. А если ты, как говорится, будешь обрастать жировой прослойкой, то это никуда не годится. Естественно, тогда это все коту под хвост. Поэтому я делаю так. Я просто себя ограничил в калориях, да? Но занимаюсь теми же самыми привычными вещами. Что на работе, что дома. И я тебе скажу, что в принципе, не напрягаясь, то есть не испытывая какого-то стресса, не перегружая свой организм, я начал терять вес. Да. Единственное, что иногда очень, ребята, хочется прослабления. Например, сегодня я прослабился. Я купил себе две пачки пирожен. Но пирожные опять какие? Не на крему, то есть не жир,
сливки взбитые там. Вот. Минимум там сладости, там корзинка, джем и вот это вот взбитые, так скажем, сливки. Ну, стандартные корзинки, можно так их назвать. Это тебе не эклеры, это тебе не пирожные на картошке. В общем, нормально. И вот, ну, естественно, я 2 пачки сразу за раз не съел. Я 2 штучки съел, ребята, и вы не поверите. И я объелся. Я просто объелся. Это вот до чего организм уже привык без вот этих вот сладостей, что... Ему немножко этого даешь, и он уже все, он уже отвергает. Как бы он наедается, насыщается. И это, кстати, хорошо. Это очень хорошо. Тут еще заказал медку. Мед себе заказал. И орехи, ребята, хочу себе сделать медовую ореховую пасту. Не знаю, почему мне вот бзикнуло. Но вот так хочется, прям вот не могу. Именно вот такие вот орешки. Не кешью, я взял грецкий орех и взял, так, не фундук. Какой-то еще орех. Вот, хочу, ребят, все это в миксере взбить до однородной массы и намазывать на хлебушек. Потому что я в основном пью кофе, чай и прочее-прочее без сахара. А это будет немножко компенсировать ту самую сладость, которую мне охота. Возможно, ребята, возможно. Если кто не знал, что если человек не получает достаточное количество глюкозы, то его мозг начинает немножко, как тебе сказать, уставать, скажем так. Потому что глюкоза, она у нас работает в очень многих процессах. И когда ты себя ограничишь очень жестко в сладком, ты начинаешь киснуть. Как бы это сказать, нет вот этого удовольствия, счастья там, скажем, да. И вот я решил типа вот так вот скомпенсировать. А почему орехи, ребят? Ну, орехи, во-первых, белок. Во-вторых, то самое, тот самый витамин, да, витамин, жирные аминокислоты и жирные кислоты, которые, ну, в принципе, организму нужны. Тем более, когда лето, солнышко, сам понимаешь, там. Это все просто необходимо. Хотя сейчас у нас будет, в принципе, все созревать. Ну, так как я живу, сами знаете, где я живу, у нас не особо-то много и солнца. Оно греет, но не так, как на югах, понимаете, да? И как бы витамин D и Е у нас в огромном дефиците. Поэтому приходится находить какие-то хитрые ходы, чтобы как-то это, ребят, компенсировать. Вот этот недостаток. Слушай, а мы тем временем с тобой отыграли всех своих бойцов. И это, кстати, очень хорошо. Я даже не заметил, на самом деле. Знаете, вот эта вот наша рубрика, которая раньше была «Разговоры под игру», в принципе, очень даже меня устраивает. То есть мы с тобой разговариваем на какую-то определенную тему, да, и в то же время я играю. Мне не надо комментировать происходящее, что у нас в бою, потому что это уже миллион раз все прокомментировано. И вы все прекрасно знаете, какие лучше тактики делать, и кем лучше сходить, и как лучше сходить, какого персонажа взять, и вот. Просто мы с тобой. Ну, самое главное, мы дошли с тобой до Лиги Сёгунов. Все-таки одна звезда, 43-я позиция. Я надеюсь, что завтра мы все-таки еще... Точнее, это не завтра, а сегодня днем еще увидимся и мы сыграем. Точнее, продолжим играть. Хотя бы 2 дня подряд, ребята, сыграть. Это уже будет большой задел на мои будущие рабочие смены. Так, а мы попробуем сейчас прокачать Пиццелицева. Да, и у нас получается, мы как раз ему поднимаем 1 левел. Шикарно, 91, то есть еще 9 уровней, ребята, и он у нас будет по фулке. И потом уже займемся следующим персонажем. Многие еще спрашивали, почему, ребята, ну, почему, Рэй, у тебя мало выходит игры Tower Conquest? Ребят, ну, я могу сказать, что, ну, как сказать, редко. У нас, вот именно на моем канале, основные игры, это идут у Черепашки-ниндзя и Драконы-всадники Олуха. Плюс ПВЗГ, ну, то есть растения против зомби-герои. Вот, 3 основных, да, скажем так. Но 2 все-таки самые главные, вот. Tower Conquest выходит в промежутках между этими 3 играми, так же, как и Stick War Legacy. Вот. А уже все остальное, оно как получится, ребят, как времени. Вот сейчас забил немножко по ХКР-ке, многие пишут, Рей, когда будет следующая серия по ХКР. Будет, ребята, все будет. Эти игры мы не забрасываем, просто делаем какой-то определенный перерыв. Ну, потому что, ты знаешь, да, мы бросаем, бывает, какую-то игру, даже бывает на очень долгое время, но потом периодически мы к ней возвращаемся. Особенно, когда есть там какие-то обновления были или что-нибудь еще. А вести видосики сразу на 2 каналах, это очень сложно. Если здесь ролик занимает 40 минут, 50 максимум,
это вот растение против зомби, например, то на втором канале, где я снимаю компьютерные игры, я могу просидеть и 3 часа, и 4 часа, и 5 часов, поверь мне. Поэтому там все намного дольше. Хоть тот канал не особо популярностью пользуется в плане просмотров, но, ребята, это все-таки отдушина моя. Я не могу постоянно играть в одно и то же. Не могу, надо как-то немножко переключаться, иначе можно просто выгореть. Я этого не хочу. Так, ну что, надеюсь, этот вопрос мы тоже как бы уяснили, разобрали, и можно, ребятушки, смело закачиваться. В принципе, буст пошел не самой лучшей стороной, потому что мы могли бы, вот если бы даже часика 2-3 раньше бы сыграть, мы бы все 100% были бы в Лиге Сёгунов 2 звезды. Но так как время позднее, мы задержались, я задержался точнее, мы сегодня дошли только лишь до 1 звезды. Ну, не будем отчаиваться, надеюсь, завтра увидимся. А на этом все, всем удачи, до новых скорых видосиков.